Работа.
работа сам. Сам работа. Победу завоевал Константин Шпак. Будет Благовещен. Давай, красавчик.
Приглашается Клюев Гаврилов. А в этом бою Виктор отказывает секундантам продолжению боя. Победу завоевал Петр Желтак, город Хабаров. Юниоры 1989-90 годов рождения. Весовая категория 151 килограмма. Красный угол Андрей Белык, город Хабаров. Синий угол. Андрей Яшин, город Хабаров. Первый начинает.
Отдыхает и готовится к продолжению боя Андрей Белых, спортсмен 1990 года рождения, кандидат в мастера спорта по кикбоксингу. Кикбоксингом занимается 4 года, провел 37 боев, 30 одержал победу. Является финалистом Кубка России 2006 года. Тренируется под руководством тренера Алексея Тимкина, спортивная школа «Самбо 90». Отдыхает и готовится к продолжению боя Андрей Яшко, спортсмен 1990 года рождения. Имеет второй спортивный разряд по кикбоксингу. Кикбоксингом занимается 3 года. Счет боя не ведет. Тренируется под руководством тренера Александра Лопухова, спортивная школа «Самбо 90». Thank you.
единогласным решением судей победу и звание победителя первенства Хабаровского края в разделе «Фулл контакт» завоевал Андрей Белых, город Хабаровск. 7 килограммов. Красный угол. Александр Плотников, город Хабаровск. Синий угол. Дмитрий Сорокин, город Хабаровск. Является победителем первенства Хабаровского края 2006 года.
Тренируется под руководством тренера Романа Гречина, Владивостокский юридический институт, город Хабаровск.